Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, мы рады принимать в Кремле президента Аргентинской республики господина Фернандеса. Он впервые посещает Россию. В ходе переговоров, которые прошли в деловом и конструктивном ключе, мы с господином президентом подробно рассмотрели весь комплекс двусторонних отношений. Предметно обсудили возможные направления дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства. Обменялись мнениями и по некоторым актуальным международным, региональным проблемам. Хочу отметить, что Аргентина является одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке. Вот уже более 150 лет наши страны объединяют добрые, дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учете интересов друг друга. И мы стремимся всячески укреплять тесное, обоюдовыгодное сотрудничество, искать новые области взаимодействия. Как показала сегодняшняя встреча, господин президент разделяет такой подход. Хотел бы особо подчеркнуть, что Россия и Аргентина плодотворно совместно работают в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Аргентина стала первой страной в западном полушарии, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник Ви». Из России в Аргентину поставлено почти 15 миллионов доз вакцины, еще более 6 миллионов доз было выпущено на мощностях аргентинской фармацевтической компании в провинции Буэнос-Айрес, где локализовано производство российского препарата. С удовлетворением констатируем, что, несмотря на непростую ситуацию, вызванную пандемией, экономические связи между Россией и Аргентиной развиваются, и по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился в 1,5 раза. Имеются хорошие возможности для активизации российско-аргентинского сотрудничества в инвестиционной сфере. Предприниматели России и Аргентины проявляют интерес к работе друг с другом. В декабре прошлого года Аргентину посетила крупная российская бизнес-миссия, которая провела переговоры с широким кругом аргентинских партнеров. И господин президент лично принимал наших предпринимателей в Буэнос-Айресе, за что мы ему благодарны. Над углублением и диверсификацией двустороннего экономического взаимодействия должны активнее работать профильная межправкомиссия. Важная роль в развитии деловых контактов также принадлежит российско-аргентинскому и аргентино-российскому советам предпринимателей. На днях эти два совета провели очередную видеоконференцию, обсудив перспективные идеи сотрудничества. В числе примеров успешного российско-аргентинского промышленного взаимодействия, промышленной кооперации, хотел бы выделить участие российской компании «Трансмаш Холдинг» в модернизации железных дорог Аргентины. Недавно эта наша компания выиграла крупный тендер на поставку электропоездов. При этом степень локализации их производства на аргентинском рынке составит до 25%. Кроме того, российские компании готовы подключиться и к реализации других проектов в сфере железнодорожной инфраструктуры, поставок подвижного состава и техники. В свою очередь, «Росатом» готов предложить Аргентине помощь в дальнейшем развитии ее энергетики. Широкие возможности для укрепления кооперации в области исследования и использования космического пространства и мирных целей. Они открылись со вступлением в силу в декабре 2020 года соответствующего межправсоглашения, протокола межправительственного. Видим значительный потенциал для расширения сотрудничества и в таких сферах, как геологоразведка, сооружение и сервисное обслуживание энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, возобновляемой энергетики, химической промышленности, машиностроения и в других областях. Углубляется межбанковское взаимодействие. В 2020 году был подписан меморандум о сотрудничестве между Центробанками России и Аргентины. Налаживаются контакты между коммерческими банками. На весьма хорошем уровне находятся двусторонние культурно-гуманитарные связи. В 2021 году на виртуальной площадке Российского дома в Буэнос-Айресе стартовал проект «Кинотеатр онлайн», в рамках которого еженедельно проходят показы лучших советских и российских художественных фильмов. В Аргентине успешно развивает свою деятельность российский медиахолдинг «Russia Today».
И, конечно, особо хотел бы поблагодарить господина президента за высказанную поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030». В ходе обмена мнениями по глобальной и региональной проблематике подтверждено, что по многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств. Условились и далее координировать усилия по ключевым многосторонним вопросам на международных площадках, в том числе в ООН. Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений, имея в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и Южноамериканский общий рынок Меркосур. Теснее взаимодействовать в рамках группы 20. В заключение хотел бы поблагодарить господина Фернандеса за предметный, откровенный и содержательный диалог. Убежден, что по итогам состоявшегося сегодня обмена мнениями, переговоров, вся эта работа послужит делу дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами. И я, и господин Фернандес завтра будем участвовать в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. И в этой связи я, конечно, хотел бы пожелать успехов и удачи как российским, так и аргентинским атлетам. Благодарю вас за внимание. Огромное спасибо, господин президент Путин. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. У нас был очень откровенный разговор, очень открытый разговор по тем вопросам, которые наши страны решают в двусторонней повестке, где обе страны поддерживают логику многостороннего сотрудничества и многополисного мира. У Аргентины Аргентина в долгу находится перед Российской Федерацией, потому что Россия первая заботилась о том, чтобы Аргентина получила вакцину от коронавируса, и вот эта помощь помогла нам первыми получить доступ к российской вакцине «Спутник», и благодаря этому мы смогли снизить воздействие пандемии на наших граждан. И на основе этого мы можем развивать технологическое наше сотрудничество. Мы можем вместе запустить производство не только вакцин, но и других продуктов. Это может быть и с российскими инвестициями в Аргентине. Мы можем обеспечить обмен технологиями для того, чтобы передача технологий, чтобы Аргентина могла проводить индустриализацию дальнейшую в стране. Мы говорили о том, что президент Путин коснулся этого очень досконально. Это, конечно, сотрудничество в сфере железнодорожной инфраструктуры, поездов, участие в энергетическом секторе, сотрудничество производства газа, новые технологии в сфере энергетической, такие как солнечная энергия, энергия ветра. Мы говорили обо всех возможностях, которые предлагает Аргентина, обменялись мнениями о тех обстоятельствах, в которых живет мир и наш регион. И я попросил господина президента, чтобы всеобъемлющее стратегическое партнерство, которое Аргентина подписала с Россией в 2015 году, чтобы мы полностью воспользовались этими возможностями и углубили наше сотрудничество для того, чтобы это стало эффективной реальностью и чтобы постепенно Аргентина и Россия могли бы углублять свои связи. Я уезжаю сегодня из Москвы очень довольный и благодарен президенту Путину за все, за приемы, за все. Я жалею, что не могу остаться еще на несколько
несколько дней, чтобы продолжить этот чудесный визит, но я увижусь завтра с российским президентом на зимних Олимпийских играх. Еще раз огромное спасибо. Я совершенно уверен, что мы очень важный шаг делаем вперед для того, чтобы Аргентина и Россия углубили свои связи, братские связи в пользу двух стран. Спасибо.